Акции приурочены к 75-летию Великой Победы. Партия «Единая Россия» передала 50 школьных парт образовательным учреждениям округа. 1418 парт подготовили организаторы для диктанта Победы в Красногорске. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Передача мебели в подмосковные школы – еще один способ сохранить память о великом подвиге предков. Партия «Единая Россия» передала 25 таких парт в 41-ю Люберецкую гимназию. Я думаю, что это некий знак, некая акция, которая как бы еще раз акцентирует внимание учащихся и педагогов, что да, этот год 75-летия нашей победы, мы опять взоры свои возвращаем к тем событиям, вспоминаем погибших, вспоминаем тружеников тыла, говорим им спасибо. Всего же в рамках акции «Школьный инвентарь» передан двум образовательным учреждениям округа. 25 парт получил еще и 42-й лицей.